Меня зовут Виталий. Я занимаюсь контекстной рекламой порядка 4 лет. За это время я настроил порядка 300 рекламных кампаний в различных отраслях народного хозяйства. Ранее я изучал контекстную рекламу на различных курсах, тренингах, но зачастую на этих курсах даются лишь поверхностные знания предмета. А хотелось глубины. Поэтому я стал изучать контекстную рекламу самостоятельно в интернете, где и наткнулся на труды Константина Горбунова. Мне они очень понравились, и я вначале подписался на канал в YouTube Константина Горбунова, а затем я поступил на курс «Монстры маркетинга 7 в 1», который окончил в 2021 году. Ну и теперь, как выпускник этого тренинга, хотел бы сказать будущим студентам: галопом по Европам освоить эти курсы не получится. Готовьтесь к скрупулезному, кропотливому труду с большим объемом полученных качественных знаний, с большим объемом домашнего задания. Но а результат не заставит себя ждать. Я научился на этих курсах видеть главное и не обращать внимания на лишние шумы, которых так много в контекстной рекламе. Я научился на этих курсах видеть причинно-следственные связи, задействовать механизмы тонкой настройки контекстной рекламы. А также я научился саму контекстную рекламу настраивать гораздо быстрее, чем я делал это ранее. И, о чудо, стоимость привлеченных посетителей на мои сайты стала ниже. Стоимость лида, стоимость конверсии также стала значительно ниже. За это я признателен Константину Горбунову. Я рекомендовал бы этот курс тем людям, которые не боятся трудностей и готовы идти к заветной цели до конца. А наша цель – стать высококлассным специалистом по контекстной рекламе. Спасибо, Константин, за замечательный тренинг.